Международный турнир по фехтованию среди кадетов в памяти Сергея Александровича Шарикова сегодня завершается соревнованием по шпаге среди юношей. Больше 170 участников вышли из внедорожки, но к концу дня на главный подиум выйдут только 8. Последними за возможность фехтовать на подиуме боролись 3 москвича, 2 петербуржца и по одному участнику из Севастополя, Московской и Новосибирской областей. На первой дорожке одного периода хватило Игорю Коровину из Московской области, чтобы со счетом 15-9 победить москвича Ролана Бартелеми. В очном поединке других двух москвичей Даниила Белянинова и Алана Кисаева победу со счетом 15-7 одержал Белянинов. Петербуржец Михаил Спирин 2 укола уступил новосибирцу Даниилу Рудых, счет поединка 15-13. А севастополец Никита Бекетов проиграл еще одному петербуржцу Денису Перепелице 15-6. Первыми за выход в финал фехтовали Денис Белянинов и Игорь Коровин. В третьем периоде победу с минимальным преимуществом 15-14 одержал Коровин. Во втором полуфинальном поединке, завершившемся обоюдными уколами со счетом 15-14, Даниил Рудых был сильнее Дениса Перепелицы. В финале, чтобы выявить победителя, соперникам хватило всего одного периода. При счете 14-14 решающий 15-й укол нанес Игорь Коровин. Фехтовать было трудно, эмоции, конечно, бомбезные. Ожидал от себя, конечно, меньше. Да, конечно, доволен, но, конечно, на ниточке все вытаскивал бои. Ну, трудно было. Ну, это все благодаря тренеру, он подсказывал правильные приемы. Ну, я его слушался, и вроде получалось. Ну, вроде нет, они все одинаковые, всех находятся приемы. Ну, это очковый турнир, и благодаря ему я получил очки и могу в сборную России попасть. Пока что третьим номером сборной России иду, вроде более-менее складывается. Попытаюсь все завоевывать, призовые места, ну, также в сборную хочу попасть. Очень эмоционально поддерживающий своего подопечного Ян Владимирович Густа подвел итоги выступления Игоря. Ну, очень доволен. Та работа, которая проделана, принесла свой результат. Это как бы плановая победа. Как бы это не случайный результат. Поэтому очень рад. Ну, я думаю, у нас вид спорта такой, что радовать с большим трудом он прошел. Соперники достойные, поэтому будем работать. Ну, это один из этапов подготовительных для отбора в сборную команду страны. И я думаю, каждый этап не бывает неважных соревнований. Завершился очередной международный турнир по фехтованию среди кадетов, посвященный памяти двукратного олимпийского чемпиона Сергея Александровича Шарикова. Мы поздравляем всех, кто поднялся на этот подиум, а тех, у кого что-то не получилось, не отчаивайтесь, у вас еще все впереди. На этом мы с вами прощаемся. Для вас работали Русфенсинг ТВ.